Уникальная возможность оформить заявку на получение технического паспорта, минуя очереди и походы в РГП-центр по недвижимости, появилась у шымкентцев. Сайт ЕГОВ пополнил перечень предоставляемых услуг населению. Теперь все, что нужно для подачи заявления – компьютер, подключенный к интернету и электронно-цифровая подпись. Добавлена возможность произведения авансового платежа и доплаты через платежный карточник. При этом исключена возможность подтверждения аванса платежа и доплаты посредством прикрепления сканированной квитанции ввиду отсутствия механизма проведения проверки подлинности квитанции. Заявка обрабатывается на сайте в течение суток, после чего на объект выезжает специалист для проведения замеров. Срок изготовления технического паспорта зависит от вида объекта недвижимости. В течение установленного стандарта времени изготавливается технический паспорт, а именно для вторичных объектов, квартир, к примеру, 3 рабочих дня, для первичных объектов, это жилые объекты, для них 5 рабочих дней. А до 1000 квадратных метров именно для юридических, к примеру, для магазинов, там, торговых центров, для них 7 рабочих дней. А свыше 1000 квадратных метров именно для юридических 10 рабочих дней. Готовый технический паспорт заявитель получит в ЦОНе. К слову, портал электронного правительства Казахстана ЕГОВ оказывает 191 электронную услугу, в том числе оплаты налогов, штрафов, пошлин, коммунальных услуг. Ежедневно услугами портала пользуются до 10 тысяч человек.